Ребят, не проходите, сегодня у нас в кафе акция. Кто заходит в кафе, тот получает жвачку Love Kiss. Круто, мне нравится такая акция. Да, так все нормально. Крутая акция, Айс. Круто придумал. Yes, сегодня в кафе будет много заказов. Школьники повелись на бесплатные жвачки. Ну что, ребят, давайте заказывайте теперь что-то. А что, вы что-то должны заказывать? У меня денег нету. А мы дома поели. Спасибо, Айс. Лавис, это наши любимые жвачки. Айс, а булки по акции будут? Если будут, я буду в твое кафе каждый день приходить. Ну, ребят, давайте, заказывайте, присаживайтесь и делайте свои заказы. Да не, спасибо, в другой раз. Мы не голодные. Эй, ребят, подождите, вы что, самые хитрые? Тогда жвачки возвращайте. Без проблем. Держи. Я понял, я вам припомню. Пошли вон отсюда, быстро. Спасибо, Айс. Я попал на деньги, теперь мне за жвачки платить. Ненавижу вас. Ну, короче, девочки, вы поняли, какая история? Значит, Смайл меня приревновал к Максу. Я после уроков решила пойти к Смайлу домой, объяснить ему, как на самом-то деле все было. Захожу к нему, смотрю, а там Макс и Смайл лежат на диванчике, фильмец они смотрят. Вот и как понимать этих пацанов? Диана, в том и дело, что нам никак пацанов не понять. Особенно твоего Смайла, он вообще заводка природы. Ой, девочки, если честно, я так рада, что с Максом рассталась. Но он, никакой, он даже защитить меня не может. А когда ты с ним встречалась, ты говорила совсем другое, что он такой герой, такой джентльмен. Женя, все пацаны джентльмены, когда подкатывают. Ну, Ян, и что, ты помирилась со Смайлом или нет? Нет, Настя, я с ним не помирилась. Я сказала, мальчики, да пошли вы, и ушла. Короче, я не знаю, что меня ждет со Смайлом в будущем, но он такой проблематичный. Короче, девочки, пойдемте на урок. Да, Диана, пацаны, сплошная проблема. Это точно. Да, Смайл, ты меня звал? Заходи, малый. Короче, малой, хочу из тебя человека сделать. Смайл, я человек, хватит меня лечить. Я не договорил. Макс! Малой, мы еще не договорили. Послушай до конца Смайла. Ну, у вас есть одна минута. Я долго вас слушать не буду. Лови форму. Переодевайся, будешь баскетболистом. Какой баскетболист? Я бэтбой, красавчик. Слышь, малой, делай, что тебе говорят. И смотри, не подведи нас. Лови. Давай, малой, переодевайся. Сегодня ты баскетболист. Ну что, Блонди, что ты запомнила? Что я часть команды Фокс. Правильно, Блонди. И что ты еще запомнила? Что я везде должна ходить с тобой, а не с Дианой. Правильно. А что будет, если я тебя увижу еще раз с Дианой? Ты мне покажешь факт. Нет, Блонди, я у тебя заберу костюм. Пока нет капитана команды, я тут главная. А что я скажу своей ЛП, Диане? Она же будет страдать. Да не будет она страдать. У нее есть своя команда Бани. А ты Фрокс и всегда должна быть с нами. Блин, как же мне это тяжело дается. Пойдем, Блонди, у нас скоро тренировка. Баскетболисты, а вы уже переоделись? У нас просто тренировка, и нам тоже надо переодеться. Мэри, ты что, к баскетболистам заигрываешь? Смайл, это парень Дианы, а Макс тоже занят. Блонди, ты что, слепая? Есть новенький баскетболист. Раздевалка уже свободна. О май гад, как он мне понравился. Кто, Смайл? Да нет, новенький. На тренировок. Айс! Айс! Айс, ты что, обиделся? Знаете что, ребят, вы поступили неправильно, вы поступили некрасиво. Теперь я должен возвращать деньги за жвачки. Айс, ну не расстраивайся. Вернем мы тебе деньги за жвачки. Угу, вернем. Когда вы их вернете? Когда вырастем и устроимся на работу. Какие же вы, ненавижу вас. Так, ребят, всем здравствуйте, начинается урок. Вау! Учитель Майк, вы что, покрасились, изменили образ? Ну да, немножко освежился.
нас учитель такой странный, с такой прической в школу. Да нет, Кость, как по мне, это круто. Современный учитель. Так, ребят, тема сегодняшнего урока. А ну-ка, сели все быстро на места. Да, учитель, Мать, вам идет прическа. Супер. Итак, ребят, тема урока. Самовыражение человека. Мой стиль. Учитель Майк, в нашей школе самовыражаетесь только вы. У меня тоже есть стиль. Можно пройти? Дианочка, ну давай поговорим. Я знаю, что зря тебя приревновал. Это все вот этот вот Макс. Да, Диана, извини, я не знаю, что на меня нашло. Так, стоп, можно я пройду? Я не хочу слушать эти глупые разговоры. Стелла, подожди. А у вас что, новенький? Вау, я не думала, что Смайла брат баскетболист. Девочки, подождите. Послушай, Смайл, я вчера все поняла. Твой друг ко мне подъезжал. Потом я пришла к тебе домой, чтобы разобраться. Смотрю, а ты уже вместе с Максом фильмец смотришь. Не, нормально? Я вообще-то всю ночь не спала, переживала. Диан, ну прости меня, я больше тебя ревновать никому не буду. Макс? Да, Диан, прости, я больше к тебе подкатывать не буду. Хочется верить вам, мальчики. Диана, да не верь ему, у него со рта сплошное вранье. Слушай, Смайл, а твой брат свободный? Кстати, девчонки, мой малой теперь баскетболист, и, кстати, холостяк. Прикольно, если честно, я не думала, что у нас новый баскетболист будет. Настя, слюни вытри, у тебя есть аист. Вот видишь, малой, как круто быть баскетболистом, все девчонки уже твои. Диан, ну что, мир? Ладно, Смайл, последний раз. Друзья, я за вас так рад. Ладно, мальчики, нам нужно идти на урок, потому что учитель Майк возьмет дневники и поставит нам 2 за опоздание. Смайл, пока. Пока. Макс, а ты отойди, не могу на тебя смотреть. Да проходи ты уже. Ты такой классный, позвони мне. Ну вот, девочки, я снова помирилась со Смайлом. Диан, поздравляю. А меня Макс так бесит. Ой, девочки, а брат Смайла, ну такой лапочка. Диана написала. Блондин, положи телефон, мы же договорились, никакой Дианы. Я посмотрела, который час. Жабы, можно не орать. Я сегодня такую вкусную жвачку ела в кафешке бесплатно. Я такую вкусную жвачку еще никогда не ела. Привет, 11 класс, я к вам вернулась, не ждали? Не ждай, а лучше бы Диана вошла. Блонди, ты что забыла? У тебя что, новый телефон? Ну да, купила, не завидуйте. Слышь, Салатовая, а какой сейчас урок? Слышь ты, не махай своим орехоколом. У меня вообще-то тоже есть телефон с яблоком. Слушай, Салатовая, а зависть тебя так и прет. Слушайте, девочки, хватит этих понтов. У нас тоже телефон с яблоком. Ляля, а как ты самовыражаешься? Знаете, учитель Майк, меня все называют крысой, язвой. Но знаете что? Я за справедливость. Это и есть мое самовыражение. Неплохо, неплохо. А как футболист Пуфик самовыражается? Никак! Отдай мяч! Учитель Майк, здрасте, извините за опоздание. Да, я знаю, дневники на стол, двойка. Извините, нас просто задержали мальчики. И, кстати, вы знаете, у нас в школе новый баскетболист. Я, наверное, на него запала. Он такой лапочка. Так, девочки, садитесь. Тема урока – самовыражение. Вау, учитель Майк, вы так изменились. Вам идет. Спасибо, девочки. А как самовыражаешься ты, Настя? Учитель Майк, я самовыражаюсь так, что очень много вру. Очень много. Не знаю, как это остановить. Настя, давай опять за правду. Настя, лучше не врать. Развивайся, самовыражайся. Меняйся в лучшую сторону. Все, кто взял жвачку, ничего не заказал, в кафе не заходи. Надеюсь, хоть чередирши баскетболисты закажут сегодня хоть что-то. Диана, я так рад, что мы с тобой снова вместе. Я тоже. Диана! Блонди! Ай, снеси моей принцессе какао и мне холодного лимонада. Понял, сейчас принесу. Смайл, ты с Максом поговорил? Да, поговорил, он больше к тебе не на шаг. Слушай, ты баскетболист, а я черлидерша. Может, это номерками обменяемся? Ну, обменяемся, записывай. 08-535-29-28. Ну вот, Стелла, Диана наконец-то помирилась со Смайлом. Я за них очень рада. Зато я на этого Макса смотреть вообще не могу. Но, если честно, я его еще немножко люблю. Стелла, так в чем дело? Подойди к нему и помирись. Настя, я первая к нему не подойду.
Короче, Ась, сделай Стелле ее любимый коктейль. Понял, сделаю. Только скажи, что это от тайного поклонника. Понял, баскетболист. Деньги плати. Да я заплачу, запиши, я завтра отдам. Не, Макс, извини, в долг я не даю. Ну, Айс, на, этого хватит. Коктейль от тайного поклонника будет сделан. Айс, мне булочку с вишней. А вы что тут делаете? Я же сказал, кто сожрал жвачки, вход воспрещен. Да не парься, сейчас придут футболисты и за нас заплатят. В смысле заплатят? Да не парься, типа заплатят. Мэри, что? Можно выйти? Куда? В туалет. Хорошо, у тебя одна минута. Диана, в туалет. Смайлик, я сейчас, не скучай. Окей. Айс, давай быстрее. Вот коза, в туалет с Дианой. Как же она меня задолбала. Диана, я хочу тебе что-то сказать. Блонди, отпусти ручку, что с тобой? Я боюсь, чтобы не зашла Мэри, понимаешь? Блонди, рассказывай, что у тебя случилось? Диана, это все Мэри, ты понимаешь? Она мне сказала, что либо я буду дружить с тобой, либо она заберет у меня костюм. А я хочу и с тобой дружить, и Фрокс хочу быть. Блонди, ну какая же ты глупышка. Мэри увидела, что мы с тобой зашли в туалет. Блин, Диана, логично. Она у меня теперь костюм заберет. Блонди, успокойся. Смотри, у меня сейчас примирение со Смайлом, а потом я поговорю с Мэри. И я обещаю, все будет ок. Диана, ты точно поговоришь? Я просто подумала, что может там дружить тайно, чтобы Мэри не узнала. Блонди, никто не должен запрещать дружить. Короче, я поговорю с Мэри. Я обещаю, что все будет как раньше. Мы будем нормально дружить. Точно? Точно, все пойдет. Хорошо. Наговорились. Мэри? Блонди, успокойся. Да, Мэри, наговорились. У меня к тебе будет серьезный разговор. О, Блонди, сейчас мы с тобой поговорим. Смайл, на чем мы с тобой там закончили? Мы закончили с тобой на том, что у нас теперь будут идеальные отношения. Да ну, блин, ну отпусти! Отпусти! Девочки, скажите ему, что... Ля-ля, походу ты Пуфику нравишься. Пуфик, полегче, полегче, она же девочка, а не футболист. Да Пуфик, ну отпусти меня, я сейчас пойду учителю все расскажу. Ты мне нравишься. А ты мне нет, и вообще, Пуфик, ты дурачок. Костя, что я не так сделал? Все не так сделал, я же тебе говорил, аккуратно обнимай. Я все равно ее добьюсь. Капец, ребята, вы представляете, ко мне пристает Пуфик. Ого, я смотрю, на школе сплошные любовные парочки. Даже к Ляле уже Пуфик пристает. Да что смешно? Почему вы все смеетесь? Это не смешно. Учитель Майка, мне Пуфик пристает. Истеричка. А куда мы пойдем после урока? Ну как куда? В парк, конечно. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые крутые серии. Всем пока! Я так рад, что мы помирились. Как мне нравится, когда в школе только любовь, и никто не ссорится. Слышь, Ась, коктейль делай, тебе деньги заплати. Макс, ну вот, та, которая говорила, что не может на него смотреть. Надеюсь, ты поняла, Блонди. Скоро с тобой Диана поговорит. И посмотрим, кто понял. Мэри. Айс, мы ждем булку. С вишенкой. Осталось только клубничка. Ого, я смотрю, да на школе только сплошные любовные парочки. Волосы.